Всем привет! Это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Сегодня я вас научу играть грустную, красивую, лиричную песню, которую можно спеть и девушке, и парню. Это моя собственная песня, называется она «Не влюбляйся». Ссылочка на данный трек будет в описании под видео. Качайте его, на телефон закидывайте, отправляйте друзьям, делайте репосты в ВК, снимайте свои реакции в ТикТоке или в Инстаграме и участвуйте в конкурсе каверов на данную песню. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Дорогие друзья, в оригинале тональность песни до минор, CM. Аккорд Б, шестой лад. Аккорд А, Б, четвертый лад. Аккорд ФМ. Аккорд ГМ. Аккорд СМ. Не будем рассматривать в этой тональности песню сейчас на разборе, потому что это высоко. Многие мне присылали каверы до того, как я еще разобрал данную песню. Очень некрасиво и пискляво звучит, когда люди вот поют не в своей тональности, выше нужного. Поэтому спускаем хотя бы на полтона. Тональность песни си минор будет, седьмой лад. Можете еще дальше спустить. Второй аккорд А. Третий аккорд G, четвертый аккорд EM, аккорд F, DS минор и аккорд BM на втором ладу. Все, вот в этой тональности посмотрим. Если хотите, еще можете на полтона снизить, спустить. То есть все играется по шаблону, ничего там особо не меняется. В самом начале я исполняю припев, его играю таким вот перебором. Дергаем басовую струну, вторую и третью струну вместе. Потом дергаем четвертую, третью, четвертую. Стоим на аккорде G и перебираем третью, четвертую струну. Аккорд EM, F, DS минор. То есть один раз припев нужно прокрутить, играя вот этот самый перебор. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не И на последнем аккорде БМ делаем простой удар вниз. И в конце на блокированных вниз, вверх, вниз, вверх. То есть дернули один раз. И начинается бой. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как. Как вы поняли, здесь бой восьмерка. Аккорд БМ. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Все, делим его пополам на два аккорда. Аккорд БМ. Вниз, вниз, аккорд А. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Аккорд G. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще два раза играем, то есть всего три на этих трех аккордах. И в конце аккорд ЕМ, вниз, вниз, F, DS минор, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Аккорд БМ. Не влюбляйся,
ни к чему не приведет, будь холодной, словно самый стойкий лед, не влюбляйся. Все же было хорошо, я не тот, с кем будет сладко, вечно странник одинок. Гороскопы и журналы, совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсела на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивна и мала, и ничего не поняла. Так, начинается первый куплет. Играем его также боем восьмерка, но при помощи приема palm mute. Что такое прием palm mute? Это когда мы ребро правой руки ставим у нижнего порожка, не надо вытаскивать сильно, вот здесь, и приглушаем наше звучание струн. Более матовый звук становится. Очень люблю этот прием, вообще легко играется, не напрягаешься. Итак, ставим ребро правой руки на нижний порожек, блокируем практически все струны. Берем ноготь указательного пальца, прижимаем его к подушечке большого пальца. Делаем удары, именно будто держим медиатор ногтем указательного пальца. Удары вверх, получается, делаем подушечку указательного пальца. Вот здесь у нас небольшое мясцо должно остаться. Именно удары вниз ногтем, а вверх внутренней стороной указательного пальца. То есть подушечкой. Вниз ногтем, вверх подушечкой. Как будто бы наш указательный палец – это медиатор. Вот, мы его взяли. И все, играем. Первый удар у нас звучит полноценно вниз. Потом делаем удар по нескольким струнам. При этом опускаемся на струны возле нижнего порожка, чтобы приглушить струны. Потом вверх указательным. Вверх-вниз. Вниз-вниз. Вверх. Вверх-вниз, вниз-вниз, вверх. Мало у нас звуков приглушенных, в основном иногда подлетаем, чтобы делать удар или открыть струны. Итого, я сейчас буду молчать, слушайте, как это звучит. Можете особо руку не поднимать, тогда звук будет еще более приглушенным. Итак, удар вниз, хлопок, вверх, расслабили левую руку. Вверх, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, удар. То есть проезжаемся ногтем вниз по средним струнам и в то же время делаем удар по гитаре. Вверх, вверх-вниз, вниз, последний удар, вниз-вверх. Но он уже на приглушенных. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, бас. По сути, да, это не удар вниз, а по басу. То есть вверх, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, бас, вниз, вниз, вверх. Непростой бой, сыгранный приемом palm mute. Кому сложно играть данный бой, напишите обязательно в комментариях, нужно ли снять отдельный урок про этот вид боя, усложненный приемом palm mute. Если да, давайте набираем 10 тысяч лайков под этим видео, я снимаю отдельный разбор данного боя. Дерзайте. А теперь бой продолжается, мы сменяем аккорды. Не влюбляйся, ни к чему не приведет, будь холодный. Словно самый стойкий лед, не влюбляйся. Все же было хорошо. Я не тот, с кем будет сладко, вечный странник одинок. Гороскопы и журналы, совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсела на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивна и мала, и ничего не поняла. Дальше начинается бридж. Прогоняем наши аккорды по одному разу, получается, без повторов. Не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. То есть простой перебор. Бас, четвертая, третья, вторая, аккорд А. Бас, четвертая, третья, вторая, аккорд Г. Бас, четвертая, третья, вторая. Остановка. Три, четыре. Аккорд ЕМ. Шестая, четвертая, третья, вторая. Аккорд F диез минор. Шестая, четвертая, третья, вторая. БМ, шестая. Точнее, пятая. Пятая, четвертая, третья, вторая. И удары вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И начинается снова бой и полноценный припев.
Сейчас посмотрим, как петь куплет и припев данной песни. Поехали. Я сейчас буду играть мелодию, которая поется в куплете, чтобы вы тоже ее сыграли на гитаре. И могли пропеть, чтобы более чисто петь, а то некоторые могут не понимать, попадают они в ноты или нет, а тут как бы сразу понятно. Си, до, до, диез, си. До, ля, ля, си, си. Поем это. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Добавляется нота еще фа, диез, соль. Четвертый и пятый лад четвертой струны. Дальше. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Дальше начинается первый куплет. В принципе, по нотам он также исполняется, как и второй, но во втором есть некоторые отличия. Поехали. Нота си, нота до диез, нота ре. Вот три ноты нам нужно, чтобы, в принципе, половину куплета спеть. Да, куплет поется низко, так что привыкайте. Или будете на октаву выше. Не влюбляйся, ни к чему не приведет. Будь холодный, словно самый стойкий лед. Не влюбляйся, все же было хорошо. Я не тот, с кем будет сладко. Вечный странник одинок. Дальше. Гороскопы и журналы, совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсела на любовь, ведь заразительна игла. Ты наивна и мала, и ничего не поняла. Дальше бридж. Не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. Вот и все, начинается дальше припев, который мы рассмотрели. Это идеальное упражнение для того, чтобы заниматься вокалом. Вы чувствуете, что лажаете, не сливаетесь со звучанием этих нот, то все, повторяйте, 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 пока вы не сольетесь с этим звучанием.